Смотрите, мы подъехали к магазину. Пикап стоит, а в нем две собаки, овчарки, какие красавицы. Сидят, хозяина ждут. Такие хорошенькие, молча, не тявкают, ничего. Ох, а небо такое. Сейчас начнем. Ой, какие маленькие форточки, смотрите. Сейчас, наверное, сначала вытяжку найдем. О, that's it. That's all choices, Джек. What? All choices. Немного выбора. К сожалению, на витрине нет, чтобы мы посмотрели. Ну, посмотрели фотографию на этом, на веб-сайт магазина. Сейчас прям в коробке возьмем сразу. И потом подойдем вот моющие машинки, посудомойки. Which one? Вот это. А, вот это вот возьмем, наверное. Oh, my! Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, remember, was this when we were talking about the? Wait, is this the same? Yeah, I think so. Extra rock. Знаете, что нужно обязательно искать, чтобы вот такие вот кнопочки все были вот так вот, не на этой стороне, а вот так вот. Ждем, когда подойдет к нам человек, который нам поможет. Хочу посмотреть у них здесь какие варианты. Ой, ну это вот что у нас раньше было, так как эти опилки прессованы. Нет, мы купили хорошие. Вот это, наверное, типа как у нас. Смотрите, какие штучки, чтобы огонь разжигать. Первый раз такое вижу. Я бы хотела, знаете, и машинку стиральную. Новые, не знаете, хочется, чтобы высокая была. И вот смотрите, какие-то тут полочки тоже. Мне кажется, очень удобно. Порошок, например, белизну, салфетки, тут, который ароматный. Кидаешь в сушилку. Классная вещь. Потихонечку надо будет тоже поменять, купить все. И хочу, чтобы большая была. Чтобы можно было, например, одеяло там стирать. Ой, смотрите, пока хожу здесь, жду Джеффа. Смотрите, бесплатно можно проверить воду. Ну-ка, надо Джефф сказать, давай попробуем. А что, я люблю бесплатные вещи. Ну что, ты не возьмешь еще. Одну на работе проверим. Смотрите, холодильник какой. Сейчас. Я не пойму, что это экран какой-то там. 2800 стоит. Прикольненько. Ну, а рецепты, что ли, можно смотреть, шоу какие-то. Ну, смотрели, купили вытяжку. Я надеюсь, мы сами разберемся, сами установим. Посудомойку купили. Только через 2 недели ее доставят. И надо будет связываться с работниками, кто нам установит ее. Дополнительно еще $300 пришлось заплатить за доставку, чтобы они старую увезли, как бы саму вот эту вот работу. Ну, так что... Видите, как это все как бы долго растягивается. Хочется, чтобы сразу все одним днем, махом, раз-раз. А нет, не получается. Ну вот, будет новая вытяжка у нас будет, она будет подходить. Она такая, как эта, металлическая. Так, сколько бензин? 3,39. Сейчас проедем, свекровь навестим. Мы всегда ее по субботам с Джеффом вместе навещаем. А среди недели 1-2 раза он один просто проезжает после работы, побудет с ней. А уж в субботу мы вдвоем. Еще хочу попробовать ей. Но ногти постричь уже, знаете, несколько раз я пыталась. Она не дается. Хочу попробовать, может,
позволит мне волосы ее подстричь. Она прям в последнее время вот как баба-девушка ходит, не ухаживает за собой. Теряет, видать, вот это вот, то, что надо волосы приводить в порядок. Еще иногда некоторым работницам, девочкам, получается ее уговорить. Косеечку сплету там или еще что-то. Ну, вот сейчас попробую, если она мне даст постричь ее волосы. Типа вот как под каре. И обратно буду пытаться ногти постричь, потому что ужасные. Ужасные. О, вот зайду и туда. Я не хотел приехать сюда так поздно. Ага. Смотрите, как красиво. Так красивые цветы. Что? Я думаю, почему? Может, только последний? Лампы отключены, выключен свет. Ага. Новая собачка у нее. Откуда она, интересно, появилась? Это не ее было, нет. Don't worry about it, Mom. We just need new light bulbs, that's all. Okay. Yeah, don't worry about it. Okay. It's pretty, though. Beautiful. Nice. Yeah. Great view. Yeah. Yeah, today it was raining before, but now it's nice outside. I know it was. Ага, она любит эту картину. Ага. Почему-то отключены лампочки все. Yes. I know. Where was it, by the way? Right here. It's very pretty. Mm-hmm. Хочу просто сказать, что у кого-то получилось постричь ей ногти. Хорошо. Смотрите, маленький зайчик. Ой. There was a rabbit out there. Ага, запел этой. Ага. Смотрите, кролик. Вон там, такой маленький. Cool. This is a big cold. And it's cold in here. I think you'll be warm with this. Because when we walk in the sun, it's going to be warm. Сейчас, может, кролика увидим опять. We can see it. Let's see if we will see little bunny. Ой, такое место хорошее. У них вот есть такой сад. Вот точно пробежал Джефф DDC. Ага, он маленький бегает. Кролик худой такой, худенький. О, цветы красивые. Ага. В основном такие вот, как фиолетового цвета, синего. Джефф всегда забывает принести с собой камеру, фотографировать птичек. Ой! Ай! Это белка пробежала. Смотрите, видно? Лампа из комнаты свекрови. Вот такой. Вот это вот, видите? Это ее комната там. В хорошем месте так расположен. Потому что я вам говорила, что у некоторых жителей комнаты окна смотрят на, знаете, на парковку. Или там есть тоже место, где машин продают. Туда окна смотрят. Не очень-то хороший вид. А у свекрови хороший. Вот представляете, их так могут сами их отпустить, за ним даже присматривать не надо. И они вот так вот по кругу ходят, вот так вот, сядут на скамеечку, посидят. Нет, да. Никуда не убегут. Ну, не то, что убегут, никуда не уйдут, я имею в виду. Хорошее место. Вот у них тут столовая, кушают они здесь. И всегда стоит ваза с фруктами и водой. Видите, вот там. They might have it.
can go to different room. That's Arlene's home. Yes, yes, that's your home. It is really. Yeah. And it was scary. It was kind of really scary. And I know too. It was this special one. Oh. And guess what that was? Do you remember this? What? Do you remember this? I do. You do? Yeah. Yes. Why don't you sit down? I can go over there and sit. You want to sit there? Well, I... Oh, no. Or you can sit here if you want. I don't know. Sit here. I could go over there. But I don't know. That brought water for you. Wow. Ow. This is so hot. I brought some water for you. No, I don't want to. Okay. No, right. Thank you. This is beautiful. Yeah, it is. Look, очень такая милая комнатка хорошая. Мы частенько тут сидим. Просто декорация. Шкатулочка. Wait a minute.